Всем привет, как я и обещал, находимся на митинге Навального. Сейчас посмотрим, сколько будет народу, насколько люди примут его в Хабаровске. Ждем, пока что ждем. Я рад, что я здесь родился в Хабаровске, прожил всю жизнь 65 лет в Хабаровске. И как раз я живу в то время, когда вокруг нас столько народу, которые хотят что-то изменить. Спасибо всем за то, что вы смотрите. Всем огромный привет с Хабаровска.